Отличная пластика и великолепная растяжка. Это результат многолетних занятий и тренировок в центре. Карина Нуриахметова начала заниматься танцами чуть ли не раньше, чем делать свои первые уверенные шаги. На художественную гимнастику я хожу с 3 лет. У меня мама тренер, она меня привела сюда. Мне сейчас 14, занимаюсь я уже 12 год. Добилась немалых результатов. Я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. И думаю, что дальше так все успешно будет продолжаться. Ее мама – тренер объединения художественной гимнастики центра «Винет». Елена не делает поблажек ни для кого, даже для своей дочери. Ведь пропуски потом придется наверстывать очень долго. Но, к большому счастью тренера, воспитанницы очень любят занятия. И как результат упорных тренировок – заслуженные победы на соревнованиях различных уровней. Среди наших воспитанниц есть победители чемпионата Башкирии, победители первенства Республики Башкортостан, победительницы всероссийских соревнований. Вот. Сейчас в этом году объединение насчитывает 70 с лишним человек. И каждый год мы стараемся поддерживать вот такое число. Как бы дети, если приходят к нам заниматься, то уже остаются у нас в нашем виде спорта. Само название мероприятия в честь официального начала учебного года «Давай подружимся» говорило само за себя. Новоиспеченные воспитанники центра смогли увидеть, каких высот в спорте уже достигли их сверстники и чем они будут заниматься. Это и туристическое направление. Здесь же было и представлено нам спортивное направление, где мы продемонстрировали те дисциплины, которые занимает девочка. Художественная гимнастика, фитнес, аэробика. Ну а сейчас еще ждет показательное выступление. Это кикбоксеров, это рукопашный бой. Ну и, конечно, новый вид спорта – масс-рестлинг. Это один из таких атлетических видов спорта, где только начинается у нас первое занятие в республике. А в России уже проводится за рубежом, проводятся чемпионаты мира уже по этому виду спорта. Ну, мы вот так стоим у порога, как бы, начала этого развития вида спорта. Всего к занятиям в спортивных секциях в этом году приступило более 200 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет. И, как прежде, образовательная деятельность для всех воспитанников центра осуществляется на бесплатной основе. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».